обзором основных событий информационный выпуск «Вести Дагестан». Сегодня вторник, 18 октября. В студии Бедерниса Гусейнова. Доброе утро. В Махачкале состоялась встреча с представителями делегации провинции Ардебиль Республики Иран, которые прибыли с трехдневным рабочим визитом в Дагестан. Открывая встречу, министр экономики и территориального развития Радион Юсуфов рассказал об инвестиционном потенциале Дагестана и проектах, которые могут заинтересовать иранских инвесторов. Среди главных преимуществ региона вице-премьер назвал демонстрируемые высокие темпы роста основных экономических показателей. Зарубежные гости также посетили Центр народных художественных промыслов. Делегация приняла участие в открытии выставки «Умельцы Дагестана». Сарви Адиль отметил, что в Иране знакомы с кубачинскими изделиями. Познакомившись с многообразием дагестанских ремесел, он предложил министру по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Магомеду Исаеву провести недельную выставку народных промыслов в провинции Ардебиль. В ходе спецоперации в Дербенте ликвидированы двое вооруженных людей, оказавших сопротивление силам правопорядка. По данным оперативников, они причастны к преступлениям террористической направленности, говорит представитель Национального антитеррористического комитета Вадим Дружинин. Район на окраине города, где скрывались вооруженные бандиты, был блокирован. Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы. Боевики находились в федеральном розыске и являлись активными членами банды, действовавшей в южных районах Дагестана. К теме, волнующей всех махачкалинцев. На Миатлинском водохранилище начались работы, которые не проводились там более 30 лет. Городские власти заверили, что предполагавшееся отключение в северных районах Махачкалы не будет. Чтобы не возникло больших неудобств для горожан, все потоки воды, поступающие в столицу, будут распределены между микрорайонами. Ленинский район Махачкалы проблем с водой практически не заметит. Ограничения коснутся Кировского и частично Советского районов города, заявляют директор дагестанского филиала Русгидро Тимур Гамзатов и министр строительства ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков. По поручению правительства Республики Дагестан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства проведены работы по восстановлению работоспособности резервной тыщевой линии водоснабжения диаметром 1000 мм. Восстановлен водозабор с Чирьюнской ГЭС, который питает, значит, вот эту резервную тыщевку. Соответственно, дагестанский филиал Русгидро приступает к этим необходимым работам, только зная, что объем воды, поступающий в город Махачкалу, он не меньше нормативного, значит, установленного для города Махачкалы. Приняты меры для того, чтобы реконструировать насосные станции Кизилюрт и в городе Махачкале, это тоже позволит дополнительно порядка 50-60 тысяч кубических метров воды дебет в город увеличить. Вода в городе будет. Просто дебет воды может быть несколько снижен в отдельных районах, а в целом население будет водой обеспечено. Также создан штаб, который будет ежедневно проводить мониторинг по данному вопросу. Задействованы свыше 200 волонтеров, подготовлен план действий на критические случаи, это подвоз воды населению. Кроме того, уже закуплены насосы и другая необходимая техника, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Отдельная работа проведена с владельцами моек и другими потребляющими большие объемы воды, отмечают генеральный директор горводоканала Магомед Муртазалиев и исполняющий обязанности главы администрации Махачкалы Запир Алхасов. Приостановлена деятельность будет с 17 по 30 число. Крупных потребителей воды, в том числе и ресурсов, теплогенерирующих организаций, организованы подворовые водозаборы совместно с управляющими компаниями в дворах многоэтажных домов. В совокупности все эти меры позволят практически на 95% обеспечить потребности города Махачкалы в воде. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим горожанам с пониманием отнестись к данной ситуации. Многое сделано, многое делается, многое еще будет сделано для минимизации этой ситуации. Отключения воды по всему городу не будет. Будут лишь временные ограничения в локальных зонах, которые, я думаю, что мы общими усилиями при помощи руководства республики и акционерных компаний, это и Русгидро, и Махачкала-Водоканал, мы только лишь, как говорится, сообща, сможем эти все проблемы преодолеть.
Председатель правительства Абдусамат Гамидов в очередной раз проинспектировал ход строительства современной общеобразовательной школы в Каспийске. Он осмотрел учебные корпуса, бассейн и побеседовал со строителями. Гамидов с удовлетворением отозвался о темпах и качестве работ на социально значимом объекте. Напомним, школа, возводимая с использованием современных технологий, будет отвечать всем требованиям госстандарта. На сегодняшний день подобное учебное заведение, включающее помимо просторных кабинетов еще и спортзал, зал, бассейн, футбольное поле и благоустроенный двор есть только в Татарстане. К другим темам. Принимал сам, торговлей не занимался. Эти доводы не очень убедили полицейских. Оперативники задержали Рабадана Керимова и его подельников, собрав все необходимые доказательства. Что грозит задержанному? Джамилю Салимову поведал сотрудник наркоконтроля Амар Хаям Амаров. Рабадану Керимову в ближайшие годы вряд ли придется снова заниматься ювелирным делом. Во время обыска в его квартире в рабочей мастерской Керимова обнаружено наркотическое вещество гашиш в особо крупном размере. Задержанный пояснил, что он сам употребляет наркотики, но продажей не занимается. Давно занимаетесь наркотиками? Я курю давно. Продаю, я не продавал. А по поводу этого вещества, здесь вы знаете особо крупный размер? Я знаю. Что вы можете пояснить? Для чего вы его держите? Ну, брал для себя курить. Для себя курить, да? Вчера задержаны, значит, ребята молодые, которые посещали ваш адрес и, как мы полагаем, приобрели у вас наркотики. Именно этот гашиш. Однородность этой массы мы проверим. Вещества. Выслушав представленные наркополицейскими доводы, Керимов отпираться не стал. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков грамотно провели операцию против их группы и провели задержание только после того, как были собраны все необходимые доказательства. В августе этого года в оперативное поле зрения нам попала группа лиц, занимающихся сбытом наркотических гашиш. Вот. Некий Ховалов, значит, организовал реализацию наркотиков на территории города Махачкалы, в результате чего в отношении него, наверное, были проведены определенные мероприятия и проведена проверочная закупка. Была негласная проверочная закупка, было закуплено вещество и проводились последующие технические мероприятия. В ходе дальнейших УРМ, значит, был установлен некий Даудов и Керимов. В конце месяца, значит, мы задержали и Даудова, и Керимова в ходе реализации проверочной закупки. И в ходе обысковых мероприятий мы обнаружили у них более 100 грамм гашиша. Это образует крупный размер. В отношении задержанных лиц возбуждено дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Две школы в селе Чинар в рамках республиканского месячника «Дагестанцы против терроризма. Родина дороже» посетили депутат Народного собрания Тимур Гусаев и сотрудник ДАГКОМ «Религия» Мурат Магомедов. Гости рассказали учащимся о противодействии экстремизму и терроризму, а также о подвиге героя России Магомеда Нурбагандова. Новости культуры. Сегодня в Махачкале в Театре поэзии выставка «Обрывки киноленты Ибрагима и Мурада Халиловых». Министерство культуры республики приглашает дагестанцев и гостей столицы посетить музеи и сообщает, что для детей до 7 лет, школьников и детей-инвалидов и некоторых других категорий граждан установлено бесплатное посещение государственных музеев. На стадионе «Труд» в Махачкале прошел чемпионат по сдаче норм ГТО. Он проводился по инициативе руководителя региона Рамазана Абдулатипова. В чемпионате участвовали более 500 человек от 18 до 70 лет. Цель соревнований – популяризация этого физкультурно-спортивного комплекса в Дагестане, а также приобщение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. В программу состязания вошли несколько дисциплин – бег на разные дистанции, подтягивание, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки, кросс на разные дистанции и другие виды. По словам первого вице-премьера Анатолия Карибова, Дагестан одним из первых среди регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. Новости культуры. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам республики ожидается. По горным районам небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горных районах переменные до 5 метров в секунду. Температура 7-12 тепла, по горным районам от 3 мороза до 2 тепла, местами до плюс 5. В Махачкале ожидается без осадков, ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 9-11 тепла, вода в море плюс 14. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан» о событиях дня 18.10, а я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей.